Мне вот что интересно, кто может сравниться с каким-либо видеоредактором с той версией, которая находится в творческой студии YouTube, например? Вот какие у меня есть видеоредакторы, я бы сказал, что они нормальные, хорошо работают, но они очень сильно тормозят. Если там, например, начинаешь цензуру ставить особенно, то это вообще может 5-минутное видео работать 3 часа. Ну, потому что у меня ноутбук старый. Но бывает же, если ты не ставишь этого цензуру, то она быстро решает эту задачу. Но и сильно зависает, очень сильно зависает, это очень никаких нервов не хватит, как говорится. Но на YouTube вот это редактор, он вообще очень хорошо работает. Например, если надо что-то замухлевать, какой-то участок, то есть, как это называется, резкость убрать, что ли, или как там называется эта настроечка такая специальная. Она найдешь, например, вот она вот в этом промежутке находится, и в этом. Поставишь границы вот эту синюю полосочку, и все. Она будет сама, она за ней бегать, как говорится. В основном всегда точно бегает. То есть, какое другое приложение может так же работать, как в YouTube. У меня ни одно так не работает, как вот в YouTube. Поэтому это очень удобно. Точно так же резать им очень удобно. Другие, которые, они так зависают, что ждешь по полчаса и на раз. Ну, конечно, меньше. Но все равно очень мучительно долго ждать приходится, как они работают. Вот этим самым и удобно, что сам YouTube помогает авторам. Какая платформа еще помогает так нам?